К другим новостям. Менее 5 месяцев остается до знаменательного события – столетия автономии Чувашии. О том, как готовится республика к юбилейной дате, говорили на заседании оргкомитета. Создание автономии дало толчок развитию национальной республики, сохранению ее культуры, языка. За вековую историю Чувашия пережила многое. Развитая экономика, социальная сфера, аутентичность – такой предстает республика сегодня. Праздник придет в каждый район Чувашии без исключения. В планах проведения более 80 масштабных мероприятий. Один из них – фестиваль муниципальных образований «Марафон столетия» уже стартовал в Алаторском районе. На днях эстафету примет Шимуршинский. Кульминацией торжеств станет большой театрализованный концерт в Ледовом дворце Чебоксары-арена. Каждый человек, кто отдал свою жизнь, творчество свое, как говорится, профессионализм в республике, они должны принимать участие на этом торжестве. Предполагается 18:00, вот 5-6-7 тысяч, сколько мы можем, человек приглашаем в Ледовый дворец. И мы хотим показать двухчасовую программу по лесу истории. На стадии утверждения юбилейная символика. Дизайн логотипа столетия основан на рунической и пиктографической орнаментальной письменности. Основным смыслом знаков на символе является символ – это память о прошлом и дума о будущем. Подготовлены, значит, макеты. Логотип, наверное, и в гостиницах, в этом надо размещать, ну, помимо народных художественных промыслов. То есть надо проговорить эту работу, чтобы любой приезжающий видел, что у нас столетие просто, ну, где-то это висело, размещалось там и так далее. И, наверное, перечень все-таки продукции, как-то надо определиться, что это будет. Работа кипит. Оргкомитету предстоит решить еще немало вопросов, связанных с финансовым, техническим и информационным сопровождением праздника. Рифат Фаткулин, Андрей Жоклев, Республика. 24.